Есть ряд критериев, по которым оценивается состояние автомобильной дороги. Это не только ямы и выбоины, да, это также колейность, сетки трещин, состояние кромок проезжей части. Вот. Соответственно, мы не должны доводить автомобильные дороги, тем более высоких технических категорий с высокой грузонапряженностью, до состояния дорог, да, ну, до состояния дорог в деревнях и селах. То есть, соответственно, чем раньше мы произведем ремонт, тем менее затратным он будет.